Сегодня правительством республики принято решение о выделении 57 миллионов рублей из резервного фонда. Данные средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам Чувашавтотранса. Вот что сообщил журналистам заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев. 7 июня состоялся суд арбитражный, на котором была поменена очередность, а именно поставили в первую очередь это выплата заработной платы работникам Чувашавтотранса. Сегодня принято решение республикой о выдаче денежных средств из резервного фонда по заработной плате. Общая сумма вместе с теми денежными средствами, которые находятся на картотеке, она составит 67 миллионов 60 тысяч рублей. Кроме этого, идет работа и по объектам, которые находятся в конкурсном управлении. Сейчас также составлен соответствующий график. И я считаю, что по тем цифрам, которые были обозначены, и датам, заработная плата непосредственно работнику Чувашавтотранса будет выплачена.